Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму вишневое варенье. Но это не просто варенье, а можно сказать сразу готовый десерт. Делаю его каждый год, и такая закрутка уходит в первую очередь. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала удаляем из вишен косточки. Сегодня я это буду делать обычной булавкой. А вообще-то есть много способов, как быстро извлечь косточки из ягод подручными средствами. Кому интересно, смотрите наш видеоролик в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Как только все вишни будут очищены, засыпаем их сахаром и отправляем на небольшой огонь. Даем варенью закипеть, при этом ягоды периодически перемешиваем. Параллельно стерилизуем банки и крышки. Я стерилизую банки в духовке при температуре 100 градусов, минут 7, до полного высыхания. Крышки заливаю крутым кипятком на несколько минут. Когда варенье закипит, снимаем с него пену. Затем надбираем 1 стакан появившегося сока и даем ему немного остыть. Вишни же продолжаем варить в общей сложности 10 минут. За несколько минут до окончания процесса варки добавляем ванильный сахар. Теперь в ранее отобранном еще горячем соке растворяем желатин и выливаем его в снятое с огня варенье. Хорошо размешиваем и сразу, пока горячее, разливаем по стерильным банкам. Накрываем сухими стерильными крышками, закручиваем, переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Вот и все. Вкусный десерт из вишен на зиму готов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.